Вице-канцлер и министр по делам государственной службы и спорта Австрии Хайнц Кристиан Штрахьяппата, Дарко Воинович Вена, 3 июня. /ТАСС/. Европейскому Союзу пришло время переосмыслить отношения с Россией и прекратить действия. Санкции, особенно после того, как США ввели пошлины на европейскую сталь и алюминий. Об этом заявил вице-канцлер и министр по делам государственной службы и спорта Австрии Хайнц Кристиан Штрахи в интервью воскресному номеру австрийской газеты. Он уверен, что ЕС должен продемонстрировать адекватную реакцию на таможенные пошлины США на сталь и алюминий, а также воспользоваться актуальной ситуацией для налаживания отношений с Россией. ЕС должен отреагировать, потому что из-за новой обстановки невозможна честная торговля, сказал Штрахи. Смотрите, также желательно, чтобы ЕС переосмыслил свою позицию по отношению к России. Ведь санкции прежде всего навредили австрийской экономике. Я всегда предостерегала от того, чтобы отдавать Россию в руки Китая. Настало самое время прекратить злосчастные санкции и нормализовать политические и экономические отношения с Россией, подчеркнул вице-канцлер Австрии в ответ на вопрос, нужно ли ЕС поменять позицию к России в свете нового развития ситуации в отношениях с США. Вместе с тем Штрахи сообщил, что в время визита президента России Владимира Путина в Австрию 5 июня намерен лично провести с ним переговоры. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 5 июня Владимир Путин посетит Австрию с рабочим визитом. Во время поездки запланированы переговоры с федеральным президентом Австрийской Республики Александром ван дер Белленом и федеральным канцлером Себастьяном Курцем. Перейти на сайт рекламодателя «Реклама 00» и пропустить США с 1 июня ввели таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. Всем вас заинтересует.